Всем привет, ребята, и вы на канале Алан ТВ, и сегодня у нас очередной ролик по онлайн РП. Сегодня будет топ 3 дешевых, но главное хороших тачек для новичка на онлайн РП. Думаю, этот ролик будет полезным новичкам, которые хотят приобрести свои первые авто. И, ребят, если вы хотите получить халявный 120к, то вводите мой промокод хэштег Алан ТВ, который выдаст вам 120к, а также вводите мой ник при регистрации. Ну а всем приятного просмотра, погнали! Итак, вам нужно приехать в автосалон Лос-Сантос. Если вдруг не знаете, где это, то прописываем команду GPS, транспорт и сервисы и автосалон Лос-Сантос. Итак, на третьем месте у нас расположился пикап Садлер. Сейчас мы его найдем. Так, вот он, Садлер. Стоит 17 тысяч, недорого. Очень хороший пикап, красивый. И подойдет для новичка, который хочет купить свое первое авто. Управляемость этого пикапа нормальная. То есть она не самая хорошая, но для новичка сойдет. Итак, мы переходим ко второму месту. Итак, на втором месте у нас расположился купе под названием Hermes. Так, вот эта тачка. Стоит 18 450 долларов. Очень дешевая, конечно, побольше, чем прошлая тачка, но нормально. Обычно в таких тачках ездят всякие бандиты, всякие банды. Очень классная, недорогая, сойдет для новичка. Управляемость нормальная, то есть не самая лучшая, но нормальная. Вот такое вот купе. Ну а мы переходим к первому месту. Итак, ребят, на первом месте у нас купе под названием Манана, которая стоит 13 500 долларов. Очень дешевая и очень хорошая тачка для новичка. Даже я на ней ездил, и мне все нравится. Всем советую новичкам эту тачку. Вот так она выглядит во всех цветах. Очень маленькая, комфортная тачка для новичка. Очень классная вообще. Недорогая, хорошая тачка. Ну что ж, ребят, я надеюсь, что этот ролик вам был полезен. Теперь вы знаете, какую купить дешевую, но классную машину на онлайн РП. Если вы хотите, чтобы я сделал что-то подобное с недорогими или дорогими тачками на онлайн РП, то пишите в комментариях. И, ребят, еще раз повторюсь, если вы хотите халявные 120к, то вводите мой промокод хэштег AlanTV, который выдаст вам 120к. А также вводите мой ник при регистрации. Это мне очень поможет, поможет моему каналу. Ну а всем спасибо за просмотр, ну а всем удачи и всем пока-пока!